Всем привет! Перед нами Samsung S5233T Star TV. Итак, объясните, пожалуйста, как им пользоваться? После Android им нереально пользоваться. Посмотрите на эти лаги. Посмотрите на этот тачскрин, который надо силой давить. Вот. И так постоянно. С момента покупки. Как этим пользоваться вообще? Я не понимаю. Далее заметил еще интересную вещь. Нужно найти один трек. Ну вот кнопками громкости еще можно. Ну вот ладно, рабочий полностью телефон, нормальный плеер. Happy birthday. Вот переключает. Ну давайте включим Harlem Shake песню. Которая почему-то на всех телефонах у меня открывается медленно, на всех медленных телефонах. Смотрите, как песня открывает. И это еще не все. Мы хотим переключить. И только сейчас переключают. Дальше все пошло нормально. И вот как этим пользоваться? Что это вообще зачем? I'm just the one who's gonna